Тверском цирке «Аншлаг». Премьера программы «Звездный круиз». Потрясающее сочетание всех цирковых жанров в двухчасовом представлении, высочайшее мастерство исполнения трюков и авторская музыка, написанная специально для шоу «Звездный круиз». Да, действительно, вы сумели и удивить, и изумить прекрасные костюмы. В программе восхищают не только яркие костюмы. Фантастическую атмосферу на протяжении всего представления создавало уникальное лазерное шоу, которое зрители впервые увидели в Тверском цирке. Даже подготовленного зрителя поражает смелость воздушных гимнастов. Сами артисты отмечают большое количество разнообразных животных в своем представлении. И это правда. Дрессированные собачки, леопарды, крокодилы и питоны исполняют сложнейшие трюки на радость взрослых и их детей. Интересно, что было очень много диких животных, потому что, например, Женя, моя сестра, она давно этого как бы не видела. Крокодилов вблизи, тем более вообще так близко. Своеобразной вишенкой на торте стал номер дрессуры лошадей в жанре «Свобода», который исполнил лауреат национальной премии «Цирк» и международной премии «Золотая подкова» Виктор Евтехов. Как сказал сам артист, его животные – это его семья. По сей день, в общем-то, осталось 3 номера «Свободы». В нашей компании больше уже нет. Премьеру «Звездного круиза» посетила заслуженная артистка России Долорес Запашная. Она отметила, что Тверской цирк – это уникальное сочетание горящих зрительских глаз и мастерства артистов. Я этот цирк просто обожаю. Тут родной дом, здесь такие приятные люди, такие замечательные, такие трогательные. Просто, знаете, приезжаешь, какое-то счастье получаешь. Юбилейный для Тверского цирка год обещает много сюрпризов, а новая встреча с артистами шоу «Звездный круиз» ждет зрителей в ближайшие выходные. Билеты уже в продаже.